Первый библиотечный дворик превратился в обитель тайн и шифров. Его гостям предстояло вжиться в образ суперагентов, рассекретить явки и выдать все пароли. А еще стать отличниками физической подготовки и решить сложные логические задачи. Фабула такая. Из сейфа библиотеки украли все сценарии наши, которые были посвящены библиотечному дворику. Украл какой-то шпион. Оставил отпечатки пальцев. Детям нужно было вычислить, из какой страны приехал этот шпион, решив анаграммы, разгадать по описанию литературного героя. Затем библиотечные суперагенты составили свою разведывательную базу с отпечатками пальцев. Потом, значит, у нас будут конкурсы: датчик шума, сыворотка правды, в лабиринтах спецслужб. В общем, все, да, все на эту тематику, но все понятно с игровым моментом. Но и, конечно, не забывать про голову, потому что шпион — это не только сила, это еще ум прежде всего. Загадочные тайны и секреты любит практически каждый ребенок. И Маргарита Балякина не исключение. Девочке очень нравится библиотечный дворик, и она посещает встречи уже несколько лет. Но эту ждала с особым нетерпением. И мне сейчас это мероприятие очень нравится, потому что тут прям так, как будто ты прям попал в, по-настоящему смотришь спецагент, как будто куда-нибудь следишь за кем-то и думаешь, что сейчас вот-вот сейчас кого-то поймаешь. В следующий четверг к гостям библиотечного дворика присоединится добрая Баба-Яга. Вместе с ней ребята узнают, зачем вообще нужны книги и как они появились. Начало в 18 часов без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.